Ежегодно после завершения заселения всех студентов собирают на площади у спортивного блока деревни Универсиады, чтобы торжественно вручить студенческие билеты и посвятить студенты Казанского федерального университета. Этот год не стал исключением. Ректор КФУ Ильшат Гафуров поприветствовал студентов-первокурсников. Я желаю сегодня вам, чтобы вы никогда не жалели о выбранной профессии, о том, что выбрали местом продолжения учебы Казанский университет. И поздравляю вас с прибытием в Казань на площадку нашего университета. Первыми студенческие билеты из рук ректора получили студенты, набравшие максимальное количество баллов ЕГЭ. Прямо со сцены их поздравили почетные гости. Первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, президент Лиги студентов Республики Татарстан Руфат Киямов, а также первый мэр деревни Универсиады, министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев. Я думаю, пройдут года, и вы будете вспоминать не только этот вечер, вы будете вспоминать первые дни начала учебы в Казанском федеральном, когда у вас появились первые друзья, первые подруги. Скучно в этот вечер не было никому. Яркие номера приковывали все внимание к сцене. Ребята поделились своими впечатлениями от праздничного вечера. Впечатления у меня грандиозные. Мне очень нравится здесь обучаться, участвовать в его творческой жизни и вкладывать частичку себя в такую большую семью. Первокурсники уже подружились друг с другом и теперь являются одной большой дружной студенческой семьей. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.